Приветики. Он, кстати, волнуется. Волнуется в плане. Волнуется, пришел сразу. Разведать. Помнишь, ты говорила? Да. Ульяна, Аня, привет. Привет. Как будто без фильтра. Вот фильтр такой. Я думаю, может, клубы сделают. Ну, чуть-чуть. Нижняя у тебя хорошая. Верхняя. Нет, нижнюю я хочу вот. Еще больше? Нет, что видишь, тут углубление. Да. Мне не нравится. Я хочу выровнять. А, подровнять чуть-чуть. Угу. Красивая какая. Это мне писали. И мы сейчас. И мы сейчас. У меня, короче, я неделю назад начала вести прямые эфиры. У меня я еще даже не начинала. Поэтому просто 100 человек было в просмотрах. А сейчас, короче, потом с Сашей качели начались, сил не было, ничего не стало вести. У меня вообще упало. У меня там человек 50 бывает. Так, такие красотки, счастья вам. Спасибо. Что нового на проекте? Пришло 2 новых мальчика интересных. Так, Тигран хочет жениться, реально, что? Угадайте, кому, кстати, девчонки, мальчишки, они пришли. Ты, у тебя мокрый фиг, да, снится? Да. Блин, тебе идет, вот если я делаю вообще не очень. Привет, вы дружите, да. Так, как дела, все хорошо? Тигран хочет жениться, но из ее желания. Дом 2 супер, а где Степан Меньшиков? Он все, ушел строить свою семью. Давно. Блин, я круче. Клави Алини, да. О, а да. Там все Игран сливает информацию. И у меня кто-то сегодня так, один спрашивал. Владка. В эфире, да, наверное. Угу. Только что уведомление приходило. Нет. С Юлей я не мирилась. Юля сколько? 19? Не помню даже. 18, да, привет 19. Из Волгограда, привет. Привет из Манхэттена. Манхэттен, из Нью-Йорка, да. Мюнхен, ты шо, блин, читай. Манхэттен уже. Она хотела бы жить на Манхэттене. Да, мы просто устали. Замечталась. Привет, девчонки. А чего? Вы ведь такими подружками были. Гоните Влада домой. Ну и Безуса к жене. Безус поехал к жене, не переживайте. Ну здесь вообще-то... Работают. Ну да, Безус тут нужен. Угу. Зря вы так на него гоните. Привет из Душанбе, Таджикистана. Я с детства смотрю Дом 2. Привет. Ань, вы вместе с Лёшей? Да. Вот это. Эх, да. Она хотела бы жить. Давай песню включим. А можно? А можно с эфира? Не буду снимать. Можно, конечно. Как Адеев? Болеет до сих пор. Аня, строишь отношения с Лёшей? Конечно. Аня, ты уволилась? Красотка. Я... Нет, я должна была завтра поехать, решить вопрос работы, но не отпустили. Очень хорошо смотритесь вместе. Мы с Ульяной или с Лёшей? Как к Кристине относишься? Я? Не очень. Не общаемся. А чё, он болеет, Лёша? Угу. Ужас. Я к Кристине на нейтралитете отношусь, но я вам уже на этот вопрос отвечала. Нет, Аня с Лёшей. Красотки. То что, вы с Лёшей хорошо? Угу. Как там ромашки? Все хорошо. Аня, ты вау. Спасибо большое. Чем он болеет? Пневмония. А чего вам не нравится Кристина? Ну, я не говорила, что она мне не нравится. Вот, но... У нас такое мнение. Ярую дружбу
навряд ли у меня с ней получится. Так, Уля, где Саша? Саша уехал. Почему не прилетит? Почему не прилетит своим подписчикам, Крис? Не поняла. Не поняли вопроса. Как думаете, почему у Кристины совсем нет друзей, девушек на проекте? А я скажу, она не умеет дружить, Кристина. Да, помнишь, на кухне был разговор, когда я на Хребтович наезжала, и она сказала, то, что Ульян, тут вообще дружбы не бывает. Ты чего? Ага, вот поэтому у нее нету. Она принципиально не верит в это. Девочки, вы супер. Ты похожа на Сашу, девушку Женю Кузьмину. А, кстати, Артемову. Я? Да. Да? Блин, точно. Что уже вам-то, Крис, не угодил? Хорошая девушка, порядочная. А мы... я не то, что она мне чем-то не угодила, но просто вот так. С кем-то общаемся, с кем-то не общаемся. Привет из РБ. Это что? Это РБ, это что? Вы самые красивые девочки на проекте. Спасибо. Спасибо большое. Аня Адеев пользуется тобой, как и всеми. Такой человек будущего у вас нет. Спасибо. Как у вас дела с короной? Может, коронавирус? Корона вот. Вот у нас. Сидит вот замечательно. Сидит плохо. Очень красивый сарафан. Такой свежий цвет. Спасибо. Общаешься с блондиночкой, которая ушла, с которой дружили. С Юлькой нет. Ульяна, у вас есть человек, который вам нравится? Максим. Или вы про проект? Мистер Макс. Она правильно говорит, никаких подруг поймете позже. Не, ну как бы я с одной стороны согласна, у меня вот, знаешь, у меня никогда не было подруг, то есть я всегда общалась с мальчиком, дружила я тоже с мальчиком, но какое-то близкое общение, ну, можно же иметь, правильно. А она, сколько узнаю Кристину, ну, по эфирам смотрела, всех поставляет. Ваня, правда, что он придет не один? Куда придет? Обожаю вас, красотки. Спасибо. Привет из Беларуси. Привет, РБ, это Беларусь. Теперь знаем. Mm-hmm. Как к Юле Белой относится? Мне Юля Белая очень нравится. Юлька очень классная девчонка. Она очень простая, такая легкая. Аня, с кем хорошо общаешься на проекте? Конечно, такой... Мечтай, что мне нравится. Аня, ты обижена на Крис, потому что она подруга брянская. Ой, умоляю, мне... Привет, девочки. А к Насте Бигриной как относитесь? Ну, хорошо. Я, да, тоже хорошо отношусь. Как с бывшим мужем обстоят дела? Мы расстались. Кристина подставляет, говорит. А это она имеет в виду то, что ты глупо выглядишь, потому что говоришь про Кристину так. Кристина, на проект. Да, да, это она. Вот она. Вон. И она имеет в виду вот про Кристину. Звездочка наша. Сашу гони. Он тут топчик проекта. Вы что, ребята? Выгонят. Опять пошел налево. Ты прости меня, моя королева. У Глеба клубнички новый iPhone 13. Надо написать, поздравить, да? Ульян, смотрел твой эфир чуть раньше. Ты о Кристине говорила хорошо. Теперь вот Аня не нравится. Кристина, теперь ты, Ульяна, переключаешься. Я не говорила о Кристине хорошо. Я и плохого ничего о Кристине никогда не говорила. Я просто говорю, что я отношусь к человеку на нейтралитете. Если вы считаете, пока что... Вас ну, они спросили, как я отношусь, я говорю. То, что... Ну, не дружу, ничего, просто нейтралитет. Какая... Он домашний псих. Его про тебя написали. Это про Сашу, нет. Говорят, что у вас все по сценарию. Слили инфу про Печенька. Что там есть сценарий, правда или нет? Нет у нас тут никакого сценария. Как красиво. А Леша наладил общение с Ваней, Крис. Леша, ты наладил общение с Ваней, Крис? А я не хочу говорить тут. Сколько вы уже на проекте находитесь? Ну, я 2 месяца. Кристина подставила Аню Мадан. Это показательно было. Вот я про это и говорю. Блин, слушайте, ну вот давай смотрите, это, не читайте эти сообщения. Просто Леш, вот, мы сами решим, что читать, что нет. Возьмите как за парадигму, за догму. То, что вот пишут, если говёное сообщение, это вы уже цитируете слова других людей. Пропускайте их, и все. Привет. Ну что это за такое? Спасибо. Мы твое мнение
приняли. Принимаем. Про Сашу точно не сценарий. Да. Ты прости меня, моя королева. Неправда насчет мадам. Будешь чай? Нет. Что-то не очень нормально, что-то конечно. Вы еще в проекте, как видите, нравится на проекте. Ну, я уже тоже отвечала на это, то, что иногда бывает скучненько. Привет, Лен, кто у вас на проекте не курит? Надеюсь, не курит. Я не курю, и Клава бросила. Клава сколько не курит, уже пару дней. А вы куда заявки отправляли, чтобы попасть на проект? Куда заявки отправляли? Мадам та еще. Покажи, кто нравится из парней. Да, никто. Согласна. Леша, не суть, а куда не просят. Кто из ведущих понял. Более лояльный там? Черкасов, наверное, где да? Пишет, где это пишет? Лоялен, да? Черкасов, да. Просто не все любят прямолинейных, уверенных в себе людей. Аня, мадам сама рассказала свой секрет. Все ребята об этом говорили. Губами по телу поставьте, Черкасова. Уля, Дава такой же, как на камерах. Да, кстати, Дава самый лояльный. Дава. Да, он такой же. Ты же ушла, я не уходила. С кем Клава? Тёма, я спасибо. С кем Клава? Одна. Адеев, как поможешь? Чего поможешь быть с Аней? Аня так говорит, она всех подставляет, как будто знает про Крис много. С мужем. Я не уходила с мужем, ребят. Мадан ее подставила больше. Не знаю. Зачем говорить, чего не знаете? Мадам сама рассказала кому-то. Другие есть везде, и на проекте тоже. Кристина завистливая особа. Адеев, не тронь Аню. Я люблю. Я ее люблю, типа. Зажди, не подумаешь. Держи. Чего держать? Поддержать? Попробуй. Будешь, да? Нет, я пью чай, спасибо. Сколько вам лет и сколько ведущих дома 2? Мне 26, Ане 20. Сколько ведущих в доме 2? А Бородина как вам? Прямолинейная. Самый лучший Влад Кадони, Ксюха Бородина, одно... Что нового на поляне? Новенькие пришли. Клава и Грант вместе. Уже? Ульяна, твой муж начал меняться или только на словах? Мы расстались, ребят. Так, Аня самая красивая девушка. Что пьет Аня? Чай. Мадан терпеть никто не мог. Уступилась сама за парня своего. Где дети? Детки спят. Кто по гороскопу? Ань, ты кто? Я Водолей. А я Рыбка. Ульяна, ты хорошая мама, никого не слушаю. Спасибо. Во сколько у вас подъем на проекте? В 11. Аня и Кристина. Ничего не поняла насчет Ани и Кристины. Ну ладно, не суть. Да. Ульяна намного красивее Ани. Каждый по-своему красивее. На вкус цвета, товарищи, нет. Кому новенькие пришли? Калине и Клаве. Если ты можешь, как ты был маленький. У кого? Нет. Да нормально. Так, сколько лет Ани? 20. Не возвращайся к Саше. Гонай. Так, вы в Клёше? Какой зоне по коронавирусу? Ты не со мной? Аня, у тебя когда день рождения? 14 февраля, это, надеюсь, это у Валентина. Скажи, что не Валя назвали. Супер, вы молодая, на 19 лет выглядите. Тебе. Тебе это? А мне? Я думаю.
Я и так... Нет, ты молодая, они спросили у нас у обоих, сколько лет, и... Подожди, супер, ты на 19 выглядишь, мне 20. Ульяна, у вас самая красивая фигура из всех девочек, спасибо. Аня, ты с какого города? Приднестровье. Ксаша, Ульяна, желаю вам всего самого хорошего. Воспитывает достойно деток. Спасибо, ребятки. Леша тебя подставит. Ты читаешь сообщения в прямом и не отвечаешь. Дублируйте. Иногда просто кто-то разговаривает и теряем. Так, привет, девчонки. Приветик. Передай, что он... Милана, напишите ему это в прямом эфире, он сейчас зайдет как раз. Милана пока на проекте, да. Я так обожаю музыку вообще. С чаечком. Как он, фишечками сразу, да? Всеми лицом, Анечка, Анечка. Есть мнение, что на Дом 2 все очень малообразованные. Столица Польши. Подожди, Польша. Где был в итоге Деев, как оправдался? Польша. Малообразованные, ребят, малообразованность не испытывается в столице Польши, это первое. Во-вторых, у меня 3 образования, и говорить, что кто-то там малообразованный, мне кажется, это не камильфо. Образование... это образование, да, если вы имеете в виду образованность, как человек говорит, как он разговаривает, доносит свои мысли, излагает, то это да. Так, там какой-то интересный вопрос был. Ну ты что-то приди. Где был в итоге Адеев, как оправдался? В больнице. Интересно, Аня в лицо Кристине сможет сказать то, что тут говорит? А что я говорю такое? Она то...